Вот так выглядит наша тушеная капустка. Очень аппетитно и, надеюсь, очень вкусно. Итак, пробуем. Что же у нас получилось? Именно тот момент, когда не хочется ничего говорить, а хочется просто кушать. Чуть-чуть укропчика объедение, сочетание вкусов. Это действительно вкусно. Вы можете положить себе любой кусок мяса рядом. Мне же интересно это блюдо именно в виде капусты. А сосиски немножко добавляют вкус мяса. Попробуйте приготовить. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы получать каждую неделю новые рецепты. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого лучшего.